Добрый день, друзья! И давайте посмотрим с вами на демоверсию милой игры Freaked Flipped. Он еще не проснулся? Посмотри на его волосы! Челка похожа на ворону! На дохлую ворону! А можно... можно мне перышко? Руби хочет перышко! Никаких перышек! Дай пацану очнуться! Он бледный, как труп. Как труп. Поняли, да? Бла-бла-бла. Это все лирика. Давайте разберемся с этим по-быстрому. Да мне все одно! Одно! Для эксперимента! Что происходит? Где я? Что это за место? Доброе утро, принцесса! И... как бы помягче сказать, добро пожаловать в ад! Здесь столько всего классного! Точно не соскучишься! Сейчас! Сейчас! Дай мне припомнить... например... Отвали, например. Короче, ты умер. Поздравляю. Как умер? Как это? Умер. Да совершенно житейская ситуация. Подавился посредственным чизбургером. Как выяснилось, ты умирать-то не должен был. Но... бум! Так я теперь исекайнулся. Переродился в мире с классными девочками. Боссы опять все напутали, и вот ты здесь. Случилось дерьмо. Интересно, кто же пойдет его убирать? Конечно, Фасария. А кто? Кто вы вообще такие? А, точно. Мы же не представились. Я... Руби! Руби первая! Я Руби! Все зовут меня Белбой. Я тоже недавно сюда попала. А этот обаятельный зеленый джентльмен — Джек. Мой ближайший друг и напарник. Только вот он не очень разговорчивый. И некоторым стоило бы у него поучиться. Короче, я Фасария. Жнец душ, старуха с косой, ангел смерти и т.д. и т.п. Можешь звать меня Фасария. Энди. Меня зовут Энди. Приятно познакомиться. Ха, приятно. Давай, откисай и приходи в себя. Если что, я у барной стойки. Плесну чего-нибудь бодрящего. Тебе не повредит. Так, мне пора разгребать дерьмо. Пожалуйста, постарайся не попасть в еще большее дерьмо. Ой, а чего ты так на меня смотришь? Влюбился! Прости, но мое сердечко уже занято пирогом. Малиновым. С печенкой. О! Или... Мы с тобой! Мы с тобой! Мы с тобой? Мы с тобой растрясем это место! Размесим, растрясем! Сболтаем и сделаем милкшейк с детской присыпкой. Понимаешь? Понимаешь, о чем я? Не понимаешь? Ну, конечно, ты ничего не понимаешь! Да ты представить себе не можешь! О, я сейчас... Сейчас... Секундочку... Окей. Новенький, иди сюда. Угу. Соедините меня с отделом возврата. Здрасте. Эй, домой хочешь?
Тогда не мешай. Я пытаюсь разобраться с этим дерьмом. В смысле, с тобой? Не, типа, не то чтобы ты дерьмо. Короче, гуляй! О-о-о. Но у него он косая. О, у вас нека есть. Привет. Какая миленькая. Ключом, конечно, спать неудобно. Ну да ладно. Так, ты не очень-то говорил. Ты кто? Эта несносная девчонка сведет меня с ума. А, ты тот самый новенький? Энди, верно? Да-да. А вы? Сестра Джун. Очень приятно. Вы не похожи на других. В смысле, на остальных. В общем... О, я здесь по делам небесной канцелярии. Совершенно секретно. Навел же ты тут переполох своим появлением. В следующий раз не спеши на тот свет. Жизнь коротка, но полна сюрпризов. Умрешь так рано, обязательно пропустишь что-нибудь интересное. Например, грядущий зомби-апокалипсис. Это шутка. Просто шутка. Но позволь дать тебе совет. Пожалуйста, будь поосторожнее с Руби. Понял, принял. О, новенький! Уже очухался? Поможешь придумать название для коктейля? Я в этом плохо соображаю, а Джек еще хуже. Ну, я могу попробовать. Но ничего не обещаю. И этого уже достаточно. Смотри, этот коктейль состоит из отборного адского пойла. Святая вода, маринованный огурец и щепотка серы. Пока наш лучший вариант – фимоза. Да, знаю, не очень. Ну что, у тебя есть идейки? Так, все. Огурец с водой. Так это настой против этого. Божья коровка? Никакой нет, не годится. Маргури, там тоже ничего не горит. Убожья коровка. Может, убожья коровка? Ну не в смысле убожества, а типа вот божественная вот это. Убожья коровка? Не самое подходящее название, но не переживай. Я вижу в тебе потенциал. Совсем скоро ты станешь профи. Подгоняй сюда. Новенький, иди сюда. Мне страшно. Новенький! Делай ножками тяп-тяп. Новенький! Случилось ужасное несчастье! Бедный малыш Джек провалился прямо в лифт. Только ты можешь его спасти. Неправда. Джек позади меня. А разве он не с Белбой? Блин! Это не важно! Загляни в лифт! Ты избранный! Ну что? Ну что? Спустишься? Неа. А это не опасно? Как-то выглядит пугающе. Да конечно это, блин, опасно!
И сейчас... тебя ждет приключение! Ай, Руби, за что? А? Змея? Змея! Какая мать твою змея? Я этот, как его, галстук. Вернее, сейчас я галстук. Всегда ли я был галстуком? А? Черт его знает. Но сейчас я вокруг твоей шеи, и... ты же не тащишься с удушения? Нет, нет. Пацан, но я тебе поверю. Судя по отстойному антуражу, мы в Лимбе, первом круге ада. Здесь царит худший зол, бюрократия. Но не бойся, парень. Ты и я, мы настоящие рок-звезды. Замесим всех в кашу и свалим. Хорошо, но мне больше нравится... Давай, шевели ляжками. Руби, зачем ты меня скинула? Из-за тебя меня чуть не убили. Я? О, я услышала разговор сестренки Джун и Фас. Они такие: Энди должен спуститься в ад, бла-бла-бла. Я сестренка Джун, бла-бла-бла. Руби, не суй канцелярские кнопки в рот. Я же не виновата, что они вкусные. Энди... я собиралась сообщить тебе сама, но Руби успела раньше. В своей манере. В целом, новости неутешительные. Пока Фасария разбирается с техподдержкой, ты должен попытаться вернуться в мир живых самостоятельно. А и как мне это сделать? О, тебе нужно пройти через все круги ада. И получить пропуск от каждого князя. Например, Чанки, князь первого круга. И кажется, он ее там даже не встретил. О, какая милаха. Ты та спящая девочка. Пожалуйста.
Ой, многие здесь знают меня именно так. Неправда! Я знаю тебя за твой офигенский хвост! Пушистый, толстый, классный, мягкий! Ага, я поняла. Меня зовут Кейла. Я храню ключ от адского лифта. Пользуйся на здоровье. А это обязательно? Может, подождем техподдержку в Фасарии? Видишь ли, у тебя все еще есть душа. Это твоя самая большая ценность. Но с каждой минутой здесь она тлеет. Это ужасно. Я исчезну? Не время паниковать. Это проще, чем кажется. Просто поверь в себя. И просто принеси Руби вкусняшки. Сейчас я советую тебе немного отдохнуть и осмотреться. Используй это время с умом. А я пока посплю. Что же делать? Что делать? Что делать? Все в порядке? Иди-ка сюда. Нужна помощь с одним темным дельцем. Предупреждаю, это миссия экстра-класса. Мне понадобятся все твои умения. Ой, я тебе помогу. Там же не надо будет драться. Посмотрим по ситуации. А ситуация такая. Кто-то украл мою приставку, Game Demon. Последнего поколения, между прочим. Я хочу, чтобы ты вернул ее мне. Ясно? Ух, а я думал, случилось что-то серьезное. А? Это невероятно серьезно, мать твою! Кто-то угнал мою чертову приставку, и именно из-за тебя я слишком занята, чтобы найти ее сама. План такой. Опроси свидетелей, найди преступника, верни приставку любой ценой. А если ты ее уронишь или сломаешь, я сломаю тебя, твою жизнь. Я заберу в ад всю твою семью. Удачи. Пацан, спроси Рыжуху. Рыжуха точно что-то знает. Прикольно. Кто из вас двоих Рыжуха? Не смей меня шантажировать. Энди, в чем дело? Джун, мисс, сестра, вы не видели приставку Фасарии? Видят небеса, нет. Я таким не интересуюсь. Да с чего ты только взял? Да, ноль интереса. Спроси кого-нибудь другого. Ха-ха, Энди! Пришел хряпнуть или просто поболтать? Слушай, а ты не видела приставку Фасари? Это такая прямоугольная фиолетовая штука, да? Ни разу в жизни. А что, Фасари ее ищет? Вообще, кто-то ее украл. Я думаю, Фасари нужно просто подождать. И она найдется, сама. Да, Джек? О, а может ее взяла Руби?
О, мне пора бежать. У меня закипает молоко. Спроси Руби. Рыжая явно что-то скрывает, но вряд ли это она. Скорее, рыжая кого-то крышует. Угости здесь где-то лежат. Нет, тут ничего как нет. Сложно хранить чужие секреты. Ага. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ты! Может, не будем тратить на нее время? Она какая-то чокнутая. Мне не нравится. Надо опросить всех. Но я пообещал найти приставку. Нарушать обещание некрасиво. Ладно, разберись с этим быстро. Я начинаю заводиться, пацан. И заводиться не в том смысле, в котором ты мог бы подумать. Новенький! Ищешь приключения? О-о-о! Хочешь присоединиться к моему супер-пупер-дупер-гипер-мощному крутому рок-концерту? Я ищу приставку Фасарии. Ты же ее не видела? Игрушку Фас Руби сегодня не воровала. Руби целый день доставала Кейлу. Спроси сестренку Джун. Она самая умная. А теперь... Па-па-па-па-пау! Браво-па-па! Шупи-дуби-па-па! Детка! Ва-ха! Ва! Басы пошли! Малыш? Новенький, ты пришел разбудить меня, а я вовсе не сплю, только чуть-чуть дремлю. Извини, я просто хотел узнать, ты не видела приставку ФАС? В фасаре. Приставка игровая? Она же у Джон. О. Что? Что? Но она сказала. Наверное, я не должна была этого говорить. Моя оплошность. Но я так хочу Озвучка здесь божественная. Энди, что-то еще? Я все знаю. Приставка у вас. Наверное. Извините. О, Энди, ты все не так понял. Просто... Да, я поддалась искушению. Ты прав. Это совершенно недостойный поступок. Но в нее была загружена такая занимательная вещица. Она называется... Дай-ка гляну. «Боевые валькирии 7. Святые разборки». И я просто хотела узнать, что о нас думают люди. Не могла же я спросить напрямую. Это бы сделало все слишком странным. Ох, все тайное становится явным. Как и всегда. Теперь мне предстоит искупить этот грех. Забери ее от меня подальше и принеси мои извинения Фасарии. Тут открытая игра. Цветочный мальчик. Сладкая первая любовь. Забудь об этом. Или я заставлю тебя забыть.
Извините. Цветочный мальчик. Сладкая. Первая. Любовь. Ну что, миссия выполнена? Или как обычно? Держи по приставку. Человек, который ее брал, очень извиняется. Да-да. Руби всегда извиняется. Ого, даже без царапин. Не похоже на нее. Новенький, да ты превзошел все мои ожидания. Спасибо за хорошую работу. Взамен я... Я покажу тебе немного настоящего эмоджи гейминга. Хватай второй геймпад. И смотри, не раздолби его. Сейчас ты увидишь работу профессионала. И не смей играть со смертью в полсилы! Огонь. Боевые валькирии 7! Мы идем! А как же цветочный мальчик? Так, малышка. Нет? Спит. Джек? Энди, как скатался? С ветерком? Слушай, ты не видел Джека? Вроде нет. А что случилось? Джек куда-то пропал. Дело было так. Мы забились на генеральную уборку. Я тут драю барную стойку, а его и след простыл. И либо Джек отлынивает от обязанностей, либо он влип в какую-то передрягу. И ни один из вариантов мне не нравится. Я могу помочь. Не думаю, что Джек в беде, но я хочу помочь. Найти его, если ты не против. О, Энди, ты просто чудо! Джек — настоящий мастер пряток. Он как ниндзя. Будь осторожен и не спугни его. А то он может дать сдачи. Так. В принципе, моя задача, наверное, его испугнуть, чтобы получить от него сдачу. Но зато я его тем самым найду. Так, да, баржа у нас не активна еще. Все помещения. Так, тут его тоже нет. Ага, вот ты где. Позор. Так, ага, он будет перемещаться. Ну подожди. В смысле позор? Мы знаем, что он здесь. И подошел, нажал взаимодействовать. Не так много мест, где он может еще прятаться. Продолжаем оббегать. Ага. Нет, мне показалось. Не, она наморгает. Киберкоса получается. Попался. Зжжж.
Опять сбежал. Значит, в этот раз в туалет побежал. Не, ну, конечно, он мог спрятаться и здесь. Ну, судя по всему, он в туалете. Парень, берегись! Джек, убери нож. Попался. Нужно вернуть тебя, балбой. Энди, ты нашел Джека? Джек, выходи. Джек, где ты пропадал, дружище? А? Что говоришь? Ты напал на Энди с ножом? Было дело, но я отбился. Вернее, подскользнулся. Энди, извини его. Он просто сильно испугался. Джек точно не специально поджидал тебя с ножом. Да, Джек? Джек извиняется, и ему очень стыдно. И спасибо тебе, Энди. В долгу не останусь. Черт, Энди! Я придумала! Я знаю, как тебя отблагодарить. Что? Отблагодарить? Меня? А? Я изобрету коктейль в твою честь. Я назову его «Хороший парень Энди». Как тебе? Что-то как-то даже не знаю. Это будет отличный коктейль. Заодно и поучимся вместе. Например, ты знаешь, что... Огонь. Нет! Я хочу тортик! Тортище! Торты! Новенький! Помоги, Руби! Помоги мне! Я очень хочу торт! Тортеллу! Самый большой офигенный тортище в аду! Но у меня ничего нет. В холодильнике мышь повесилась, бедняжка. Найди все ингредиенты для Рубиного шедевра. Ой, я не помогу. Нет. Я знаю, чем это кончится. Трусишка! Трус! Я, может, и помог. У меня энергии нет. Ингредиенты мы пока так и не собрали, но ничего, у нас снова полная полоска энергии. Малыш? Нет, с тобой не поговорить. И с тобой не поговорить. Так, Руби, я готов тебе помочь.
Я хорошо. Я могу. Я найду ингредиенты. Но какие? Так. Я хочу мой любимый пирог. Ты помнишь мой любимый пирог новенький? О, надеюсь, ты помнишь. Малиновый. С печенкой. И все верно! Он малиновый. С печенкой. Вот твое супер важное задание. Не подведи меня, новенький. Принеси Руби печень Бэйби Гидры, шипастую малину и сливки дьявольской коровы. И где я все это найду? Включи мозги. Все должно быть где-то здесь. Но Руби не знает где. Дрянная девка. Мы курьерами не нанимались. Ты точно хочешь заниматься этой фигней? Я не хочу. Надо. Но где это найти? Пошарься в округе. Чую запах наживы. Проверь кухню, поболтай с Рыжим и с кем-нибудь еще из этих безумных баб. Почему с Рыжим? Энди, как ты себя чувствуешь? Нужна помощь? А вы не знаете, где достать сливки адской коровы, шипастую малину и печенку Бэйби Гидры? Как странно. Руби опять шалит. Ох, и проблем потом не оберешься. Однако, печень Бэйби Гидры – известный райский деликатес. И у меня как раз завалялась пара банок. Но будь осторожен. Для первого раза вкус может показаться... странным. Окей. Одну вещь нашли. Энди, дружище! Ты по делу или просто так? Белл, у тебя случаем нет сливок адской коровы, шипастой малины, а печенка Бэйби Гидры мне не надо уже. Шипастая малина? А, ты, наверное, про шипучую малину. У меня ее навалом. Она классно подходит к коктейлям из джин-тоника. Возьми коробку, для тебя не жалко. О, ты милаха. Буду должен. Малыш? Да она вечно спит. Проснись и пой! А, да и черт с ней. Да она вечно спит. А, да и черт. Иди своей дорогой, смертный. Отвали. Иди своей дорогой, смертный. Отвали. Ну, может, только что на свидание иди ходили. Иди своей дорогой, смертный. Отвали. Да она вечно спит. А, да и черт. Да она вечно спит. А, да и черт. А как он так спит и поворачивается ко мне лицом всегда? Вот удивительное сознание. Может, в ванной где-то? Нет? На кухне. Скорее всего, на кухне. Ну а где еще быть-то? В ванной мы нашли хамелеона. Значит, на кухне. Во. Сливки адской коровы. Энди! Мой верный помощник! Ты все нашел? На удивление,
Да. Печенка просто превосходная! Новенький. Да ты... Не побоюсь этого слова. Настоящий трюфельный кабанчик! Рыл землю носиком и нарыл. Мой шедевр! Спасибо! Спасибо тебе, новенький! Мой золотой кабан! А давай я тебя угощу своим кулинарным шедевром. Заодно поможешь мне с готовкой. Давай, дуй мыть руки, попу, гладить фартук, а, в любом порядке. Руби нужен ассистент. Меня немного смущает второй пункт. Ну, ладно. А, нет. Окей, погнали вниз. О, там еще парни есть. Ух ты! Тут еще и такое есть. Кисточка. 10% шанс конвертировать синее сердце в красное при подборе. Один раз за забег получи синее сердце, когда у Индии осталось одно здоровье. Или следующая атака после получения урона несет чуть больше урона? Нет. Может взять золотую монетку? Или кисточку? Золотую монетку. Золотая монетка 100% сработает. We'll be right back.
Как? Непонятно. Я так не умею прыгать. А-а-а. Прям так? Тем не менее, дошли до босса. Плохо, что больше со мной никто не желает разговаривать. Руби. Еще разик.
Это было быстро. Так, но ингредиенты у нас сохраняются. Тем не менее. Убийство трех врагов подряд без получения урона дает нам сердечко, если у нас еще нет сердечка. Наносит урон по области каждый раз, когда инди получают урон. Неуязвимость была. Как? Продолжаем. Последний разик. Сейчас нас убьют. We'll be right back.
Ну, пошли к боссу. А что происходит? Мне кажется, как-то анимация босса не так проигралась. Но из плюсов мы добыли кучу ингредиентов. Только, увы, нам это ничего не дает. Но давайте на этом завершать. Мы смотрели на демо-версию игры под названием... Под названием Freaked Flipped. Увидимся.